Ядрова пообещали превратить в безопасный и современный полигон. Заместитель председателя правительства Московской области, спецпредставитель губернатора в Волоколамском муниципальном районе по вопросам экологии Александр Чупраков и представители голландских компаний проинспектировали готовность полигона ДБО Ядрова к началу процесса дегазации. Об этом сообщается в пресс-релизе губернатора и правительства Московской области, который поступил в редакцию Лента.ру. В настоящий момент полигон готовится для установки системы дегазации. Вся техника, стичер, экскаватор, оборудование готово. Мы сейчас ожидаем документы на отправку, сообщил главный инженер Трисопласт Минерал Линерс Денис Зегерс. Полигон поделен на участки, их по очереди готовят к дегазации. Планируется, что когда их закроют мембраной, с помощью специального экскаватора будут сделаны проколы для сбора свалочного газа. По скважинам газ будут поднимать и выводить на высокотемпературный факел. По словам голландских экспертов, использование факела – протестированная и безопасная для экологии технология. Современный факел – это уже не факел, это, по сути, завод по утилизации свалочного газа. Они вообще не приносят никакого вреда, заверил Зегерс. Ядрово – абсолютно такая же свалка, как и за рубежом. Мы превратим его в безопасный, современный полигон, добавил он. В настоящее время на полигоне ведутся работы по откачке фильтрата во временный резервуар. Перекачано около 2000 кубометров фильтрата. В настоящее время он не представляет никакой опасности, локализован и находится под контролем, сообщил представитель АО «Ядрово» Максим Конопко. Он добавил, что после очистки в этой воде смогут жить рыбы. Новая часть полигона «Ядрово» должна открыться 14 апреля. Она будет принимать по 600 тысяч тонн мусора в год. Старую карту накроют чистыми грунтами и полимерной пленкой, прикроют плодородным слоем земли и высадят на ней траву. Туда, как заявил губернатор Андрей Воробьев, будут привозить мусор только с прилегающих районов Подмосковья. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.